Для того, чтобы сделать аппаратную перезагрузку на коммуникаторе Asus P527, последовательно проделайте следующее. Зажмите кольцо регулировки громкости в положении вверх. При зажатом кольце стилусом надавите на кнопку перезагрузки, она находится на правой грани. Отпустите стилус, а на кольцо продолжайте давить, пока не появится предупреждение о перезагрузке устройства. Для подтверждения нажимаем кнопку начала вызова. Начнется загрузка настроек по умолчанию, а пользовательские данные будут удалены. В меню программной перезагрузки коммуникатора можно попасть двумя способами. В одном случае перейдите по пунктам «Пуск программы Asus Launcher – Параметры». Выберите пункт «Восстановить параметры». Во втором случае последовательно перейдите «Пуск настройки система настройки по умолчанию». В любом случае в конце появится сообщение о том, что устройство вернется к заводским настройкам, а все пользовательские данные будут удалены. Введите пароль подтверждения, нажмите «Ок». Затем еще раз подтвердите, и начнется перезагрузка коммуникатора.